пандемии стал для нашего общества вызовом. Вызовом не только для каждого, для каждой семьи, для каждого человека, но и для бизнеса в Украине. Эта выставка, которая проводится сейчас, она и призвана показать инструменты противодействия, профилактики заболеваемости здесь у нас в Украине вирусными сезонными заболеваниями, а также COVID-19. Наше предприятие с самых первых дней и уже достаточно давно производит такие вот виды оборудования, как бактерицидные облучатели, как рециркуляторы бактерицидные, которые являются противоэпидемическими средствами. И на этой выставке мы широко представили наш новый бренд. Это бренд Aerex, который занимается выпуском непосредственно рециркуляторов. Есть большие преимущества именно в этой марке рециркуляторов, и они заключаются в том, что у нас они позиционируются как медицинские, есть все необходимые документы. Эти рециркуляторы, они имеют европейскую сертификацию. Также в эти рециркуляторы устанавливаются не маленькие вентиляторы, которые обычно устанавливают в рециркуляторы, но мы установили канальные вентиляторы, которые позволяют эффективно прогонять воздух через зону бактерицидного обеззараживания. Поэтому мы считаем, что те рециркуляторы, которые сегодня представлены здесь на выставке, они действительно эффективны и действительно могут очень эффективно помогать в борьбе с сегодняшними вызовами, с пандемией.